Люся. А, Люся? Масик, у тебя царское терпение. Просто царское. Выдержать эту Шкоду. Люська, сейчас получишь по наглой обезьяне и моське, я смотрю. Да, такого кота ты себе получила. Дюдюх. Ну, Люсь, нет, мне Масик нравится. Спокойствие, спокойствие и спокойствие. Ага, до ковра дотянулась. Опа, 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 ну. Кот с золотым сердцем. Терпение адское. Пока это. Попа с бантиком. Все уже. И игрушки на него положила, да? И сама вот это вот. Спасибо, что за усы не таскает. Открывать валь я не хочу, потому что Люська сбежит. Причем Масик нет. Его все вполне устраивает. Скажи, хоть еще 3 обезьяны на меня пустите. Люся. Не мучь кота. Скажи, вы мне его подарили? Марсель. А ты же Шкода. А ты же Шкода. А ты же ж бедный тот Марсель с тобой. Но уходить никуда не хочет. И топчется, и топчется. Это я открыла не для того, чтобы ты сбежала. Масик даже не думает. Ложится попой к батарее. Не. Это я тебя не беру. Нет. Бум. Нет, бум. Нет. Люся, не мучай кота. Ну. Это он уже должен мявкать, а не ты. Нормально? То есть он тебе помешал выйти, да? Мальчик, ты, может, пойдешь покушаешь, воды попьешь? Скажи, нет, нет, мама. Да. Он же ж пластилиновый кот. Вот это ты зря, Масик, так почесался. Там уже кто-то написал, что кот блохастый. И его к Люсе нельзя. Ну. Ты же видишь, она тебя вызывает поиграть. Люся, он не может.
У него лапка еще не зажила. Но, по-моему, Люсю это не особо беспокоит. Да? Люсь, давай Масику покушать дадим, а? Давай. Ты не будешь лезть к нему в тарелку? Ей Марсель очень нравится. Ну, поищи у него блох. Для обезьянок контакт очень важен, когда вот они сидят и там друг у друга что-то там ищут на загривке. Тем самым они, обезьянки, успокаивают друг друга. Ну, ты собралась гулять, но боишься оставить друга? Пошла, пошла, пошла. Пошла, пошла, пошла. Понесла красоту в массы. Нет, Масик остался. Давай, вот, вот, вот. Вот даже это ж бант на всю попу. Мне чем-то трусы Люси с этими бантами напоминают во времена, помните, Екатерины и Петра, вот платья такие носили, сзади банты на попе. Да? Но мне нравится, смотрите, как Марсель не спускает с нее глаз. Вот вроде бы она там и топчется по нему, и то, и все. Масик, мне иногда кажется, что ты устаешь от нее. Но как только она уходит, он такой, где эта мышь с бантом на попе? Да? Пошла, пошла, пошла. Мась, ты такой хороший кот. Да, вот ляпочки такие. Вот, ой, потягушки, потягушки. Вот мои ляпочки. И я увидела, что я Масика, а вот так ты его закрываешь, чтобы я к нему не подходила? Это из серии «Вместе», как там, «Порознь скучно», «Вместе», что-то забыла. То ли шумно, нет, не шумно, как-то пословица какая-то есть, а «Порознь скучно». Так и они. Люська. Акробатка. Ну. Ты ж погулять хотела. Все, Марселя не оставляешь одного, да? Хорошо, сидите на пару. Давай, развлекай его, развлекай. А я пойду сейчас ему еду принесу. Вот так. Смотрите, как сестра милосердия сидит рядом. И он с нее глаз не спускает. Мне иногда кажется, что он на нее смотрит, как на мышь какую-то. Не может понять, хвост есть. Но какая-то очень крупная мышь. И он пошла, пошла, пошла. И он на нее лежит, смотрит. Посмотри, как следит за каждым ее движением. Ну, сейчас, Масик, еду принесу.